Юля и Лена, которые, видно, к нам приехали издалека, давние поклонницы. Как и многие, хотя они это будут отрицать, наверняка сочиняли письма Шатунову. Сочиняли? Письма не сочиняли, но отметим, что песня действительно замечательная. Но в отличие от миллионов других, они и вправду сегодня впервые исполнят мегахит. Новое трио «Майские ласки». Вы еще выпали, да вы...